Колледж Франсуа Диплан, последний день перед праздничными каникулами. «Вот, держи, дружище!» Один уродливый свитер, как обещал. «Ты же знаешь, что не обязан его одевать до окончания уроков!» «Зачем так много котов?» «А вот и конец занятий. Наслаждайтесь каникулами!» «Конкурс уродливых свитеров! Старт!» «Фу, вы все выглядите просто нелепо, ребята!» «Я всех вас сделаю! Ты просто очумела, если думаешь, что озорной неон победит!» «Возможность твоего выигрыша очень велика. Я думаю, вы все выглядите ужасно!» «Маринет, а у тебя что за свитер?» «А, я рождественская ель! Смотрите, она еще и светится!» «Вау! Правда, где?» «Уверяю вас, у меня лучший свитер!» «Но Алия...» «Он не ужасный! Где взять такой?» «Хорошо, ребята, настало время решить! Голосуйте!» «И наш победитель... Адриан!» «Я предполагаю, что это из-за ужасающей комбинации старых мемов и каламбуров. Да, этот свитер довольно ужасный. Я имела в виду не то. Все в порядке, он и правда ужасный. Но я действительно очень рада, что ты выиграл. Все рады. Ха-ха, правда? У-ху! Эй, вы все, мои родители приглашают весь класс на горячий шоколад. У-ху-ху! Для начала я должен спросить у водителя. А, Натали, ты тоже здесь? Да, твой отец спешно выехал из города по очень важному делу. И он, скорее всего, пропустит Рождество. Отлично, я могу пойти вместе с классом в пекарню моего друга? Разрешаю, но ты должен позаботиться о том, чтобы быть готовым выйти сразу, как только за тобой подъедет машина. Спасибо, Натали. «Добро пожаловать! Проходите! Можете брать сколько угодно печенья, а мы пока сделаем горячий шоколад!» «Хорошо! Круто! Мило!» «Фу, и почему мы сюда пришли?» «Но я думаю, здесь мило!» «Бедный Адриан! Может, я могу его как-то подбодрить? Но мне нужна твоя помощь!»